Всем привет! Покажу сегодня пустые баночки. Думаю, что видео будет следующее не скоро. Мы уезжаем на 3 недели на море. Ну, еще точно не знаем, на 2 или на 3, ну как пойдет, как получится у нас, насколько денег хватит. Короче, наверное, это будет последнее мое видео пока, до конца августа, я так думаю. Может быть, если получится, поснимаю на море, если там интернет будет, буду загружать, посмотрим. Ничего обещать не буду, то есть хочу пробовать снимать типа влоги, ну, еще даже не знаю, как. Ну, короче, на это все надо время, у меня времени нету, поэтому не знаю, как получится. Сегодня снимаю пустые баночки, так как я уезжаю и собирать больше нет смысла. Так, показываю быстренько. Гель для душа и сана, это только в магазине Watsons. Это у нас сейчас груша. Дыня и груша. Короче, ну не знаю, дыня, груша есть, дыня, то ли груша дыню перебивает, то ли, не знаю, такой фруктовый, сладенький запах, не очень хорошо пенился, то есть, ну, эйвоновские гели лучше пенятся, ну, дешевенький был, поэтому как бы взяла его, вот. Когда по акции, можно брать, в принципе. Так, дальше. Дальше покажу, такая вот водичка туалетная. Energy Fusion. Это Avon. Она была тоже недорогая. 1,79 гривен, по-моему. Такая коробочка от нее. Это мужская водичка. Такой запах мужской с цитрусовым, наверное. Так, раскрас, ощути прилив внутренней энергии, аромат с нотами сочных цитрусов, сочетание с имбирем и кардамоном. Ну, такой, думаю, что брать больше не буду. Мне вот эти водички всякие в Эйвоне напоминают больше такие, что-то сродни вот этим вот штукам, да, как бы такие одноразовые. Скажем так, либо там, вот муж у меня бросает, там, когда в спортзал ходит, в сумку бросает, то есть освежится. Ну, то есть, ничего особенного. Так, дальше. Закончился вот такой Rexona Invisible Aqua. Значит, черная. Короче, не оставляет белых следов на черном, желтых на белом. Короче, вот такой дезодорант. Мне понравился. Недавно была я в магазине Экомаркет и купила там второй, точно такой. Он есть, по-моему, с серым и с голубым. Голубой более вот, ну, вот запах аква, типа свеженький такой запах. Мне понравился этот дезодорант, хорошо как бы сохраняет свежесть. На день хватает, но при условии, если вы будете принимать душ. И после душа его использовать, естественно. Если нужно быстро освежиться и просто освежить, как бы тело, нет, он не подойдет, он не настолько силен. Но так как летом душ часто принимаешь, и он очень сухой, быстро сохнет, мне нравится. Сейчас меня именно тянет на такие дезодоранты, хотя у меня есть и натуральный дезодорант, но нет, вот хочу пока таким пользоваться. Взяла второй, на море заберу обязательно. Мы с дочерью напополам пользуемся. Мне еще нравится в спрее тем, что можно пользоваться не одному. В принципе, если у мужа закончится, я могу, как бы, он может пшикнуться моим. Вот. И запах тут такой универсальный. Так, следующее. Следующее. Дели, короче, не знаю, кератин. Тоже магазин Watsons. Да. Вот, да, шампунь. Понравился мне этот шампунь. Это производство Канада. Так, с кератином. Шампунь с кератином. Хороший шампунь. Можно, я пользовалась без кондиционера, так как у меня короткая стрижка. Мне этого шампуня очень даже достаточно. Кремовый хороший шампунь. Так, дальше. Дальше закончился вот такой гель для душа.
Ольшторм. Очень нравится нам, но уже поднадоело. У нас сейчас второй такой, в принципе, есть. Запах здесь с дезодорантом не очень похожи. Дезодорант такой мой муж обожает. И сын, и муж. И я этот запах обожаю. Многие девочки, я знаю, пользуются сами таким дезодорантом. Но я пробовала. Все-таки нет. Я на себе чувствую мужской запах. В принципе, может, если бы муж не пользовался, только я пользовалась, может быть, он и подходил бы мне. Но вот, значит, гель для душа пахнет мне грушками, яблочками. Вот такой вот запах у него. И, конечно, когда муж помоется, у него тело пахнет, ванная пахнет. Он очень душистый, классный. Если вы хотите вот такой яркий запах тела, то супер, 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 супер гель для душа. Вот, не знаю про другие запахи, ничего не могу сказать, но этот классный. Так, могу смело рекомендовать. Дальше. Дальше закончилось вот такое биомыло. Это у меня уже второе у моего ребенка. Фарма био. Не знаю, насколько оно натуральное, но мыло мне очень-очень нравится. Вот, запаха оно практически, в принципе, уже подзабыла. Нет, у него такой очень свежий запах. Очень свежий, классный запах. Вот такой вот антиаллергетик. Аллергик, да. Значит, сейчас сфокусирую, попробую. И покажу. Вот. На отваре целебных трав антибактериальное мыло. И вот состав. Ну, можете посмотреть. Тут на первом месте отвары. Вот. Можете почитать, кому интересно. Кто его производит. Производит у нас Вышгородский район, село Синяк. О, кстати, да. Вот, хорошее мыло. Использую я его, кстати, беру просто и как гель для душа, и как шампунь для волос. Для своей дочери на 5 лет. Так, следующее. Вот такой дезодорант закончился. Лагуна от Old Spice. Не было вот этого Вольфшторна. Вот, я уже приобрела, у меня стоит в запасиках, этот закончился, сегодня мужу выделю новенький, вот такой вот с волком. А этот морской запах свежий, тоже очень хороший запах лагуна. Вот такой домовенок Кузя у нас проснулся. Так, следующий. Следующий я покажу вот такую солевая ванночка для ног с ментолом, эфирным маслом, чайного дерева и мяты. Классная ванночка, тут она небольшая такая, в высокое ведро я ее делаю с теплой водичкой, она классно освежает ноги. Почему высокое ведро делать? Можно и в миску, но тогда будет только вот эта часть освежаться. А мне надо, чтобы аж до колена освежало, классно холодит. Прямо иногда аж замерзаю перед сном, если делаю эту ванночку. Очень вот кому нужно... Кому надо охлаждать ноги, вот у кого болят ноги, отекают, супер рекомендую вообще доктор Салт. У них есть и для рук, для ногтей, но я всегда себе жлоблюсь. Извините за такое выражение. Вот, думаю, многие женщины. Вот, хотя она недорогая, в принципе, 6 гривен, по-моему, но все равно не накупишься, да, много. Вот, хорошая, очень ванночка. Беру уже очень много лет ее. Так, вот такой вот Avon Naturals. Это спрей. Это моей дочери. Она его еще закончит. 100 миллилитров. Сладкий запах. Скорее маслом. Что тут у нас? С чего оно? Абрикос и масло ши. Ну, не знаю, сладкий запах абрикоса мне кажется не очень, больше масло ши. Вот. Так, следующий вот такой шампунь, это дешевенький шампунь, он очень сильно до хруста промывает волосы, но убивает их мочалку, даже натуральные. То есть для него надо использовать кондиционер. Ну, он недорогой, экономичный, сильно пенится,
И, ну, ничего не могу сказать, неплохие эти шампуни. Больше мне, конечно, с ромашкой такой нравится. Беру время от времени по акции. Так, закончилось вот такое мыло. Очень классный запах, оно розового цвета. Очень было дешевое в магазине Кишеня. Это вот такая ихняя продукция. По-моему, за 500 мл 10 гривен. Даже дешевле, нежели я беру в АТБ. Так, и следующее, тут у нас остались зубные пасты. Вот такое средство для кутикулы. Наверное, до моря я уже не успею приобрести новенькое такое. Это всем известное. Я увидела в интернете, в Ютубе. Экспресс-удалитель кутикулы. Короче, обрезной маникюр я все равно делаю, потому что мне не нравится. У меня есть проблемные пальцы, как бы, на которых... Хочешь не хочешь, а все равно придется делать этот обрезной маникюр. Вот так не фокусирует совершенно. Но, ага, вот так. Вот. Но как поддержка продлить маникюр, дольше не делать обрезной. То есть, скажем так, можно раз в месяц сделать обрезной и все время поддерживать вот этим средством Эвелин. Вот можете посмотреть. Так, оно у нас нигде не продается особо. 50 гривен стоило где-то так. Вот так, на 30 секунд. Супер классное средство, всем рекомендую. Так, особенно вот еще хорошо подросткам делать маникюр. Дочери я педикюр не делаю обрезной, а я ее вот просто наношу, убираю кутикулу и делаю френч на ножках. Вот. И следующее. Такая зубная паста Qualibra алоэ гель 96% натуральных компонентов. Короче, не знаю, расскажите, кто пользовался этой пастой. Мне она очень понравилась. Здесь было 75 миллилитров. Такая паста у нас по 75 гривен, но я ее брала, по-моему, за 39 гривен, ну, около 40. Там можете в покупочках посмотреть. Это магазин Сильпо была акция. Это итальянская паста, насколько я узнала. Вот, и...